В Россию эта программа пришла в 2014 году. За три года правилам и культуре вождения обучились больше 7 тысяч человек из 13 регионов. В этом году Академия безопасного вождения проводит свои курсы в трех городах России – Грозном, Казани и Сочи. С каждым годом мы расширяем программу. Мы адаптируем ее под дорожные и климатические условия России. В этом году мы немножко меняем спектр направлений Академии. Мы предоставим обучение водителям социального транспорта, водителям школьных автобусов. Данные тренинги пройдут в трех городах летом. Совместно с мэрией и ГАИ проект автодрома направлен на совершенствование навыков безопасного вождения и на комплексную подготовку молодых водителей, так как обучения в автошколах не всегда достаточно. Краснодарский край находится на 12-м месте в рейтинге регионов. Всего в 2016 году произошло 448 ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет, в которых 582 человека пострадали. Наблюдается рост, если смотреть аналогичные периоды прошлого года. Среди основных ошибок, из-за которых происходят аварии, неумение выбирать скоростной режим, несоблюдение дистанции, потеря внимания. Курсы полезны и тем, у кого уже большой водительский стаж, и на практических занятиях те, кто уже не первый год за рулем. Одна из задач для водителей – проехать по заданной траектории и попробовать написать СМС. Правда, не по трассе, а на территории муниципального автопарка. Это вождение показало, что незнакомая дорога, незнакомый автомобиль – это становится еще большим отвлекающим маневром. И, конечно, набрать текст практически невозможно. Поэтому не пользуйтесь телефоном во время движения. На практических занятиях учат не только внимательности. Здесь расскажут, почему так важно пристегивать ремень безопасности и как это делать правильно. Как вести себя в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге. Как контролировать пространство вокруг автомобиля и совершать экстренное торможение. А новинка в этом году – упражнения по обгону. Почти четверть ДТП совершаются из-за нарушения, а порой и незнания водителями правил обгона, маневрирования, а также местонахождения так называемых слепых зон. Этим темам в Академии посвящают отдельные блоки упражнений. Как не допускать ошибок на дорогах, здесь рассказывают и показывают профессиональные тренеры, победители российских и международных автосоревнований. Обучающие тренинги пройдут 4 дня. Узнать больше и повторить главные правила дорожного движения участники могут бесплатно. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.